Меня слышно? Супер. Ну, во-первых, добрый день, банковские служащие, клиенты, прежде всего, друзья. Я вижу очень много людей здесь, которых мы знаем на протяжении многих лет. Итак, сегодня поздравляю вас, сегодня кульминация сегодняшнего дня. Это презентация новинки оборудования, за которым, я считаю, все будущее банковской автоматизации. Итак, я попытаюсь быть предельно кратким. Можно начинать измерение времени. Итак, многие говорили о том, зачем нужна рециркуляция. Я не буду повторяться. Три слова на самом деле. Первое – это эффективность операционного дня, отсутствие хранилища, но прежде всего экономика. И мы все знаем из цифр, что окупаемость сегодня средняя в мире – это 18 месяцев. Хотя я видел некоторые клипы, если банковские служащие начнут двигаться так же, как двигаются на некоторых заводах, то окупаемость будет 2 недели. Итак, идем дальше. Результат очевиден. Мне не нужно ничего доказывать. В мире все уже измерили, все испробовали и доказали, что эта технология эффективно востребована и необходима сегодня. Показательно, опять же, что это не масштаб одной страны, это масштаб всего мира. Это результат, который сегодня мы имеем. Немаловажно говорить о клиентах. Почему клиенты? Не для того, чтобы показать, кто лидер, кто пионер, я думаю, и так всем все понятно, а показать то, что все эти крупнейшие финансовые организации прошли тот же путь, по которому идут многие сегодняшние банки. А это прежде всего отчеты, расчеты, доказание эффективности оборудования и в конечном итоге полное разверстывание данной концепции. Итак, что сегодня происходит? Прошу, есть слайд один. Что мы сегодня получили? Это новый тип оборудования рециркуляции. Это не замена того, что сегодня мы имеем. Это расширение сегодняшнего модельного ряда. Это прорыв в технологиях. И технических, и технологических. Это сравнимо в моей сфере, в сегменте той работы, которую мы ведем, наверное, с полетом человека на космос. Это действительно кульминация всего достижения в банковской автоматизации. Но самое главное, сегодня я стою здесь и я говорю, я горжусь тем, что мы создали. И я хотел бы, чтобы завтра я бы сказал, или вы бы мне сказали, мы гордимся тем, что мы используем. Это именно то, что я хочу вам показать сегодня. Итак, данный проект для меня, я долго уже работаю, несмотря на то, что я хорошо выгляжу в этой сфере, показывает одно. Он показывает то, что, наверное, это самый исследуемый проект, который на сегодняшний день существовал в моем опыте. Написаны тома изучений, проведены часы, даже месяца диалогов с клиентами, которые непосредственно используют данную технологию. Проведены какие-то пилоты, демонстрации и так далее. Поэтому сегодня мы имеем не просто картинки и концепт, а сегодня мы имеем то, что востребовано клиентами на небольшой планете Земля.